Helen and Milan, channel. Ребята, друзья, пионеры, пенсионеры, привет из Праги, предвоночный. Друзья, мы находимся в самом центре нашей золотой любимой Праги, в самом, можно сказать, сердце Чехии. Мы находимся на Старогородской или Старом Невской площади. За нами видите доминанту этой площади, храм Святой Марии над Тыном, храм и, конечно же, рождественская елка, можно сказать, главная елка, друзья, страны. Но, все бы было бы шикарно и хорошо, как всегда, но, друзья, как вы видите, площадь практически пуста, туристов нет абсолютно, все рестораны здесь закрыты, работают ресторанчики только в окошко, вынос каких-то напитков, кофе, чая и так далее, и все, друзья, то есть больше здесь ничего нет, нет наших любимых рождественских новогодних ярмарок, которые всегда дают, и без них, мне кажется, Рождество вообще в Европе и в Чехии, в том числе, оно просто для меня, оно это не Рождество, эти ярмарки должны быть, должен быть вкус и запах глинтвейна, должен быть запах тердельников, мяса на гриле, каштанов, просто, друзья, этого всего нас лишили, но мы хотим это видео сделать позитивным, поэтому мы сюда специально пришли именно нашим именем, именем нашего канала и нас лично, Helen and Milan, хотим все-таки, друзья, несмотря на то, как мы пережили этот год, мы думаем, что из него все равно мы сделали какие-то очень важные для себя выводы, начали ценить какие-то вещи, намного больше то, что мы не ценили ранее. И главное, друзья, только позитив, мы с этим справимся. Давайте радоваться, давайте проживем эти праздники максимально позитивно, максимально спокойно. И всегда все заканчивается, и плохое тоже, друзья. И давайте на этой позитивной ноте будем жить и встречать эти праздники. Давайте сами устроим себе позитив в нашей семье, в кругу семьи. И даже, друзья, как, например, мы не можем быть с нашей семьей вместе, но мы это сделаем по-другому. Мы онлайн, так же, как и с вами, так же и с моими родителями, с нашей семьей, в другой половины, мы будем всегда в онлайн-связи и также будем праздновать праздники. И мы все равно будем вместе, друзья. Потому что это у нас должно быть, как я говорю, вот здесь, в сердце и в голове. И тогда все будет супер, и вместе мы справимся. Итак, мы хотим вас поздравить с наступающими праздниками. Здоровья, друзья! Позитива, хотим поделиться своей энергией и желаем вам всего-всего хорошего. С вами были Helen and Milan из Праги. Папа! Папа! Лучший Новый год 2021. Он обязательно будет лучше. Папа! Helen and Milan, Channel.